В лесу находят тела погибших участников группы Стецовой. В больнице становится известно о побеге зэков. Охрана считает, что им помогла бежать Никитина. Приходит в себя после запоя участковый Прохин. Он рассказывает про Комова. Когда-то много лет назад, при задержании Комова, Прохин случайно застрелил его невесту. Теперь он считает, что все смерти – возмездие судьбы, ведь пропавшая Павла была его невестой, а с убитой Стецовой у него был роман.